Всем привет-привет! Вы на канале Лаги Джеки. Не забудьте подписаться, ставьте лайк. Сегодня у нас будет новая рубрика «Повар Женя». Не забудьте подписаться, ставьте лайк. Вот, ребята, и сейчас мы с вами будем... готовить... И вы... сейчас у нас будет такая рубрика «Вкусняшки от Жени». Если мы на этом видео наберем 10 лайков, то я вам... покажу таблицу, на которой будут показаны очень-очень вкусные рецепты. Давайте начнем. Вначале, первый день рубрики, я вам расскажу, как делать вот такие вот вкусненькие роллы. Смотрите, какие. Я вот уже сколько наготовил. Даже в рот не вмещается. Стоп. Не вмещается даже в рот. Будет статуей. Я только что был в магазине, давайте все разгрузим. Все мои товары, которые я купила. Да, ребята, кстати, вы можете писать какие-то свои идеи в комментариях, что мне приготовить в следующий раз. Только я могу приготовить только то, что есть в Тока-Бока. Давайте вытащим с вами... Ой, что-то товар не вынимается. А, ты ж, пакет какой-то плохой. Да, плохой пакет. Где тут пакеты кинуть можно? Так. О, вынялось. Так, будем пить. Не мешайте снимать видео. Что, сидите. Все, ребята, давайте начнем. Вначале распакуем все, что я купил. Так, что это? Пончик. Пончик, да. Следующий я купил целый набор суши. Да, вы мне скажете, что я могу готовить. Просто хотела сравнить. И куча всякого другого. Давайте приступим. Раз, два, три, четыре. Хе-хе-хе, вот. Теперь вы знаете, и вы думаете, зачем я купил эту муку, да, вы меня спросите. А я ее купил потому, что именно из этой муки можно и приготовить суши. Для первого раза вам там покажу на двух. Давайте пока положим сюда. Смотрите, берем такую вот муку, можете посмотреть, сфоткать, если вы не запомните. И вот такую вот рыбку. Вот, кто не запомнит, фоткайте, чтобы не знали. И соединяйте! И у вас получаются вот такие вот роллы. Повторяйте, ребята. И вкусно кушайте. Могу еще много-много других рецептов. А пока перекушу. Ням-ням-ням. И на этом мы будем заканчивать. Пишите, что вы хотите еще, чтобы я приготовил только что есть в Тока-Бока в комментариях. Всем пока-пока! Не забудьте подписаться и ставьте лайк. Пока-пока! До новых встреч! Пока-пока!